В иранский санкционный список Вашингтон внес 18 организаций и физических лиц. Ограничительные меры коснутся всех, кто вовлечен в программу создания баллистических ракет. Задача этого проекта, по мнению конгрессменов, создание ракет, способных доставлять на себе ядерные боеголовки. В списке также организации и частные лица, поддерживающие Корпус стражи исламской революции. Эту организацию в США подозревают в поддержке терроризма. Стремясь повлиять на ядерную баллистическую программу КНДР, Вашингтон намерен отрезать доступ страны к наличным деньгам. Санкции включают запрет на косвенные корреспондентские счета и вводят ограничения на иностранную помощь. Меры могут спровоцировать кризис в судоходной отрасли КНДР, ограничив доступ к международным портам.